Казахстанцы в скором времени смогут переводить деньги и получать данные, минуя банки и государственные организации, то есть без посредников. Это позволит технология блокчейн, возможности внедрения которой рассматривает Казахтелеком. В рамках Астанинского экономического форума международные эксперты обсудили опыт и перспективы применения ноу-хау в различных областях экономики. О цифровом будущем материал наших корреспондентов. Серия экономического форума о перспективах применения блокчейн собрала полный зал и целую группу интернет-пользователей. Среди них и представители компаний, непосредственно занятых внедрением этой технологии. В последнее время она завоевывает все новые сферы жизни. По значимости блокчейн противопоставляют созданию интернета. Он также когда-то изменил жизнь людей, сделав ее проще. Таким же революционным становится и блокчейн, говорят эксперты. Он избавит пользователей от лишних расходов и значительно сэкономит время. Блокчейн – это технология распределенного хранения данных, причем хранятся не в чистом виде данные, а только транзакции, то есть те операции, которые пользователь осуществляет в текущий момент. Для выполнения общей транзакции собирается так называемая цепочка транзакций. Цепочка транзакций, например, одно из применений цепочек транзакций, она нашла в технологии биткоин. Это криптовалюта, которая сейчас максимально популярна в мире. Фактически во всех сферах жизни, где будет внедрен блокчейн, исчезнут посредники. Например, осуществлять финансовую деятельность можно будет, минуя банки. Достаточно иметь доступ в интернет. Роль Казахтелекома как раз таки в этом, чтобы обеспечить хорошей сетью даже самый отдаленный уголок страны. Те отрасли, которые будут использовать эту технологию, они должны быть уверены, что пользователи этой системы имеют доступ к сети. Нет сети, нету блокчейна, к сожалению. Поэтому технология будет возрастать там, нарастать, скажем, там, где очень большое проникновение. И вот тут роль операторов, она, соответственно, в том, чтобы обеспечить этот доступ. То есть очень большое проникновение интернета, чтобы он был доступен везде, не только, например, в городе, но и в селе вы могли подключиться. Сегодня ряд государств успешно занимаются развитием проектов на базе блокчейн. Лидер – Эстония. Хорошие перспективы во внедрении таких технологий есть и у Казахстана, отмечают международные эксперты. И сессия, организованная Казахтелеком, тому прямое подтверждение. Жанна Рахимжанова, Бахтнур Алибаев, Бауржан Нарымбетов, Информбюро, Астана.